По улицам шагают группы разноцветных людей. На руках, одежде и лицах практически все цвета радуги. Ничего необычного, всероссийский фестиваль красок Холи нагрянул в Курган. В этом году он собрал несколько тысяч разноцветных. Не спугнула активистов даже дождливая погода. В прошлом году в Кургане было очень много людей, всем очень понравилось, поэтому мы решили повторить этот праздник и провести его еще раз в этом году. И вы можете сами видеть, что людей пришло очень много, и мы ждали этого, конечно, но не ждали такого большого количества людей. Это очень здорово, очень классно. Идея праздника зародилась в Индии. Каждую весну религиозные индусы отмечают победу весны над зимой и добра над злом. Устраивают празднества и забрасывают друг друга цветным порошком. Россияне не могли не поддержать восточную традицию и с лихвой запаслись яркими снарядами. На праздник Холи лучше всего приходить в светлых вещах. Чем ярче на тебе краска в конце, тем лучше. Еще один совет – ни на кого не обижаться. Ведь если попадет святой заряд, ничего страшного в этом нет. В Центральном парке культуры и отдыха в этот день работали несколько площадок, в их числе и фотоплощадка Курган.ру. Как и в День молодежи, каждый цветастый смог сфотографироваться с официальным хэштегом. В кадр попали несколько сотен горожан и маленькие, и взрослые посетители праздника. Ну потому что тут классно, ребятёшкам весело, всем весело, и вам сейчас весело будет. Давайте сюда. Нам понравился фестиваль, он очень крутой, и хочу, чтобы он продолжался каждый год. Да, очень сильно. Я была в прошлом году, была очень захватывающе. Ходила со своей сестрой. Я хоть ни разу не была на праздник. Оказаться в краске не побоялся никто. Отмечают, курганцам необходима цветная встряска. Для Кургана это огромное событие, ну, мало у нас таких праздников замечательных. И спасибо всем организаторам, кто принял участие в этом прекрасном событии. Организаторами мероприятия стали участники питерского арт-проекта «Вместе зажигаем». Обещают, что устроят красочную феерию в Кургане и в следующем году. Юлия Пастухова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру.